86-летняя актриса не смогла сдержать эмоций, узнав о желании 38-летней Меган Маркл вернуться в кино. Джон Коллинз, не верит в успех герцогини Сассекской. Голливуд пока не воспринял всерьез порыв супруги принца Гарри возобновить карьеру в кинематографе. Эту идею откровенно высмеял ветеран индустрии, ставшая знаменитой благодаря участию в десятках проектов, включая «Династию» и «Американскую историю ужасов». Журналисты обратились к Коллинз, когда та покидала ресторан в Лос-Анджелесе вместе с супругом, 55-летним Перси Гибсоном. У Джоан спросили, что, по ее мнению, стоит сделать Меган для получения желанной роли. Вместо ответа репортеры услышали заразительный смех обладательницы «Золотого глобуса». Сумев справиться с эмоциями только через пару минут, артистка иронично парировала: «Должно быть, вы шутите». В ресторане Коллинз отмечала 18-ю годовщину свадьбы с возлюбленным. Звезда была в однотонном темном миди-платье с цветочным принтом. Его дополнили кожаная куртка, остроносые туфли на каблуках и серебряными серьгами-каплями. Рядом с супругом актриса светилась от счастья. Ранее она поделилась главным секретом прочного брака. Звезда рассказала, что они с Перси действительно поддерживают друг друга, хотя и не всегда придерживаются одного мнения. Тем временем действующий агент Маркл Ник Коллинз занят поиском подходящей роли. Герцогиня хочет сыграть супергероиню. Мама малыша Арчи не новичок в кино. Ранее она появлялась в фильмах «Помни меня», «Несносные боссы» и сериале «Форс-мажор». Недавно жена принца Гарри раскрыла трюк Леонардо Ди Каприо по борьбе с вирусами при перелетах. Меган признали слишком хорошей для монархии. 9 марта герцоги Сассекские совершат последний выход в свет в качестве представителей британской монархии. Они посетят службу с Елизаветой II, Кейт Миддлтон, принцем Уильямом и остальными членами семьи.